Народный артист России Даниил Крамер – уникальная фигура российского джаза. Он обладатель многочисленных наград и почетных званий. В Ульяновске Даниил Крамер неоднократно выступал с симфоническим оркестром, с джаз-ансамблем «Академик Бенд». Но в этом сезоне, в праздничном предновогоднем концерте, солист впервые вышел на одну сцену с духовым оркестром «Держава». Я очень рад впервые посотрудничать с вашим духовым оркестром. Мы еще не пробовали, вот вы пришли прямо перед репетицией, сейчас мы начнем знакомиться друг с другом. Но судя по тому, что я уже узнал, ребята репетировали, ребята готовились, это самое главное. Так что я думаю, что все будет хорошо. Концерт получился незабываемым. Каждый приезд Даниила Крамера – это праздник джазовой музыки, море позитива и энергии. Духовой оркестр был не единственным, кто сопровождал виртуозную игру именитого джазмена. В дуэте с Даниилом Крамером выступил один из лучших контрабасистов России Сергей Васильев. В программе «Джаз под Новый год» прозвучала советская джазовая классика в оригинальной аранжировке для духового оркестра. Это и «Щелкунчик» в свинге Ринова, джазовая сюита номер 2 Шостаковича и джазовая сюита для фортепиано с оркестром Цфасмана. Для Ульяновского духового оркестра подобный опыт выступления на одной сцене с очень технически подкованным джазовым музыкантом – первый. К слову сказать, этот год для музыкантов оркестра был непростой. Несмотря на пандемию, у коллектива очень насыщенная творческая жизнь. Репертуар оркестра значительно обновился. У нас, несмотря на пандемию, несмотря на все запреты, очень насыщенная творческая жизнь. За последние полгода мы сыграли около 70 концертов. Более 200 произведений, которые никогда не исполнялись в Ульяновске. И можно считать данный концерт с Даниилом Крамером определенным эпогеем нашей творческой жизни в этом году. Это не единственный концерт коллективов Ленинского мемориала, который пройдет на сцене Дворца творчества детей и молодежи во время новогодних праздников. Впереди целая серия музыкальных вечеров и утренников. Мы совместно с Мемцентром запустили целую серию сказок с оркестром, такой своеобразные новогодние подарки для наших маленьких зрителей. Это уникальное представление с разными составами оркестров, разными частицами. Я думаю, что юные зрители останутся довольны. Сказки с оркестром будут исполнены по знаменитым всеми любимым сказкам «Василиса Прекрасная», «Снежная королева» и «12 месяцев». Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Управда ТВ.